Всем привет, это Майер. Самец. Так, зафиксировал пружину, достаем требуху, так, видим еще, гайка специальная. Так, вот, разобрали. Так, видим, здесь цельная. Так, разобрался. Правильно собираем. Сначала идет гайка с винтом, одета пружина. Потом сверху накидываем вот эту пластиковую. То есть вот так вот выглядит. Пластиковый рычаг сверху накидываем. Так, теперь вращая ручку, пружинка должна поджимать этот рычаг вверх. Но мне кажется, откуда-то вот эта деталь, скорее всего, здесь вот так еще металлический вот этот цилиндрик стоит сверху. Вот так вот. Теперь надо все это дело запихнуть назад, и она будет работать. Режим. Единственная проблема с этим цилиндриком. Он здесь никак не фиксируется на своем месте. Его надо зафиксировать. Так, пробуем пропихнуть рычаг на место. Цилиндрик вроде на месте. Разворачиваем аккуратненько и на свое место. Так, все на своих местах вроде. Посмотрим, если все правильно стало, то будет работать. Так, одеваем ось. Одеваем ось. Фиксируем. До конца. Китайцы при сборке могли допустить ошибку, и попадаются вот такие вот стрипперы нерабочие, которые кусают проволоку. Но если принцип понять и самому восстановить, то посмотрим, как кримпер будет работать, как он задумывался, те, кто его изобретал.
Так, ну что-то не могу ось ставить. Так, стало. Фиксируем, чтоб не выпало. Так, все, собрали. Все на местах. Винт регулирует степень прижатия губок. Ну и давайте возьмем провод и посмотрим. Так, все прекрасно. Ничего не перекусывает. Зачищает. Так, еще раз. Кусачки тоже работают. Давайте маленько зажмем губки. Нормально. В общем, как-то пользоваться таким можно. Так, что-то написано. Выбор профессионального инструмента. Ха-ха. Я бы не сказал, что это профессионально. Игрушка. Но, в принципе, в умелых руках можно пользоваться. Все работает. Будем пользоваться. А то купил вот эта штука, не работала. Крутилась холостую. И все перекусывал. Ну, сейчас все будет работать отлично. Спасибо за просмотр, переходите на канал, там много видео разного интересного. Выбирайте, может еще что-нибудь посмотрите. Спасибо, это был Майер.